Друзья, всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию один простенький авокадо-салатик. Делается быстро, легко и, я думаю, что вкусно. Почему думаю? Потому что сам никогда не делал. Нашел в одной немецкой книге 1973 года. Попробуем сделать. Посмотрим, вкусно или нет. Что нам для этого надо? Я сейчас вам все покажу. Так что оставайтесь со мной. Итак, ребята, в этот салат нам понадобятся вот такие маленькие креветочки. Одно авокадо. Немножко укропа. Три зубчика чеснока. И я взял греческий йогурт для заправки. Плюс три вот таких томата. Я их уже почистил от шкурки. Итак, что мы делаем? Мы берем авокадо, разрезаем вот так его на две половинки. Так. Потом вот так откручиваем и вытаскиваем кость. Теперь нам нужно освободить мякоть. Мякоть мы ее освободим нашей столовой ложкой. Так. Итак, друзья, авокадо я освободил от кожуры. И теперь его надо измельчить. Я думаю, что ножиком будет лучше измельчить его. И теперь мы займемся томатами. Томаты нам нужно порезать как можно мельче. Итак, друзья, мы подготовили авокадо и томаты, измельчили. И теперь я сейчас займусь креветочками. Посмотрю сейчас, нужно ли их измельчать. Они и так маленькие. Я думаю, что нет. Нужно их немножко отжать от жидкости. И отправляем наши креветочки в авокадо с томатами. Все это хорошенечко размешиваем. И теперь, друзья мои, нам нужно заправить наш салат. Опс. Для заправки я взял три зубчика чеснока небольших, как вы уже видели, и немножечко укропа. Выдавливаем чеснок. Сюда отправляем укроп. Так, возьмем 2 столовых ложечки йогурта. Так, и теперь это хорошенечко все размешаем. И отправим наш салат. Сначала поперчим чуть-чуть.
Теперь хорошенько размешаем с йогуртом. Ну вот, в общем-то, наш салат готов. Друзья, вот такой салатик я хотел предложить вашему вниманию. И сейчас я его попробую. Я вот так сделал, очень оригинально, если вы так вот положите в это шкуру от этого, от авокадо, и подадите на стол, я думаю, что это очень красиво и очень оригинально будет смотреться, смотря сколько у вас гостей. Вот. Здесь я сделал на 2 порции. Нам попробовать. И сейчас я попробую. Мне даже прям не терпится весь хлеб намазать. Ребята. Это очень вкусно. Это просто, легко и очень вкусно. Делайте. Делайте. Вы удивите своих гостей. Я думаю, что всем понравится. Закуска замечательная. Заходите ко мне на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем буду очень рад и благодарен. Всем пока, друзья.